Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня боли в бровях, либо в области бровей. Конечно, западная медицина вам скажет, это хронический гайморит, всеразличные виды мигрени, болезни глаз, вот, травмы головы, ну и болезни сердечно-сосудистой системы. Давайте разбираться потихонечку, потому что многие скажут, ну как это? Причем здесь сердце до боли в бровях? И причем здесь меридиан печени до боли в бровях? Кто внимательно смотрит наши видео, те знают уже, как простирается данный меридиан печени. Смотрим, что он контролирует, пунктирная линия. И видим, понятно, да? Он контролирует область бровей. Данный меридиан печени. Потому если меридиан данный воспаляется, то боли в области бровей может человека частенько беспокоить, либо тревожить, либо посещать. Потому обратите на один из меридианов, который контролирует боли в области бровей. Это печень. Теперь сердце мы сказали. Ну, давайте внимательно посмотрим, как сердце простирается. Пунктирная линия опять мы смотрим. В каком состоянии меридиан сердца? Тоже многие не знают. Но каждый хочет помочь себе при тех или иных болях в области бровей. Мы показали два меридиана. Мы еще можем, конечно, еще показать меридиан, пожалуйста, мочевого пузыря. В каком состоянии. К этим меридианам можно добавить меридиан обязательно тройного обогревателя тонкого кишечника. Итого у нас выходит 5-6 меридианов, если брать во внимание все меридианы. В каком они состоянии? Многие скажут, мы не знаем. Потому при болях в брови, в области бровей, извините меня, вот в бровях, вот, данная точка В18 Ганьшу расслабляется. Также вы расслабляете точку С3 и также вы расслабляете точку F2, которые помогут вам справиться с болью в области бровей. А также нужно провести диагностику 12 меридианов и посмотреть, а вообще в каком состоянии ваш меридиан сердца, печени, тройного обогревателя, тонкого кишечника, толстого кишечника, желудка и не только. Почему? Потому что именно они покажут картину общего баланса вашего. И вы эти общий баланс должны что? Привести в норму. При воспалительных процессах данные точки расслабляются, при слабости, вялости данные точки тонизируются. Спасибо за внимание.